В Когалыме собирают подснежники. Речь идет о брошенных во дворах машинах. Они мешают водителям спецтехники. Из-за них тротуары часто остаются недочищенными. Коммунальщики делают фотографии таких машин и отправляют в ГИБДД. По номерам там разыскивают владельцев. Сначала комиссия по-хорошему старается убедить хозяев убрать свой транспорт. Если машина без регистрации, ее эвакуируют на стоянку. В Когалыме место для подснежников находится в промзоне. Рядом с «Жигули» и «БМВ» здесь много буквально развалившихся машин. С начала года городские службы убрали из дворов более 40 транспортных средств. В большинстве случаев собственники забрали свое имущество обратно. Нередки случаи, когда, скажем, автомобиль по факту снят с регистрационного учета, то есть и собственника, то есть его найти, то есть очень сложно. Машину туда, получается, продал, кто-то ее купил, то есть под договор о купле-продаже, однако в установленный срок, то есть на регистрационный учет ее не поставил.